The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Второзаконие, 33 глава, 10 стих. Это третий стих из пророчества Моисея над Левием. То есть его третья часть. You ready? Okay, so there are three things involved here. Три части здесь включены в этом стихе. First one is he teaches the precepts to Yaakov or to Israel. Написано, что он учит законам Иакова и учит заповедям Израиля. And the law. Законам. And the third one is he offers incense before you. И возлагает курение или всесожжение перед тобой. Okay. It was the responsibility of the Levites to teach the whole nation of Israel. Ответственность левитов была учить весь народ Израиля. They were to teach them the word of God. Они учили их слову Божьему. And also to be in charge of worship services. И также они были составляющей частью служения прославления, поклонения. Those worship services included burning incense. Вот эта часть поклонения включала в себя приношение курений. Now in scripture the burning of incense is symbolic with the prayers of the people, of the believers. В Писании вот это возносить курение пред Господом, это было символом возношения молитв народа перед Богом. Okay. Psalm. Псалом. 141. We hate the Psalms. Okay. Psalm 141, verse 2. May my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. 140-й Псалом, 2-й стих. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое, воздаяние рук моих, как жертва вечерняя, фимиам или курение. Okay. See here how the connections are made. Смотрите, как здесь в псалме связь сделана. Prayer is now connected with the burning of incense, but also of the evening sacrifice. Здесь молитва соединялась с курением, а также она соединялась, имела связь с вечерней жертвой. So, Revelation, chapter 8. Откровение, 8 глава. Verse 3. Третий стих читаем. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество курения, или фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Откровение 8.3. Okay. So we see here very clearly that Scripture associates these things together. Мы видим здесь явно в Писании, как Писание соединяет все эти вещи здесь вместе, молитву и курение. И в другом месте Писания написано, что наши молитвы, как курение, как фимиам, поднимаются к Нему, чтобы порадовать Его. So both of these things, as we pray to God, both of these elements are involved. Когда мы молимся с вами к Богу, то два этих элемента взаимосвязаны. Молитва и фимиам. And the offering of the sacrifice, of course, is symbolic of Yeshua's sacrifice for us. И также жертвоприношение, которое здесь упоминается, оно символизирует ту жертву Иешуа, которая принес за нас. Okay. In Messiah, в Мессии we have become part of his royal priesthood. Мы стали или присоединились к его священничеству. So now every saint's responsibility is to know God's word. И теперь на каждом из нас есть ответственность знать Слово Божье. To share it with others. Делиться им с другими. Especially those who are lost. Особенно с теми, кто еще не знает Бога, потерянные люди. And we are also called upon to pray without ceasing.
Without ceasing, without stopping. И также все мы призваны к непрестанным молитвам. 1 Thessalonians 1 Фессалоникийцам 5 глава 17 стих 1 Фессалоникийцам 5:17 непрестанно молитесь. Now, итак, many people have asked me about this text. Много людей задают мне вопросы по этому месту Писания. Mostly with the exasperated expression, "How on earth can I do that?" Особенно, ну, большинство вопросов звучит так: как я это могу сделать? Mm-hmm. Как это вообще возможно? 1 Фессалоникийцам 5:17. Constantly be on my knees or in my room or in the church and I'm praying, nothing else would get done. Это что? Мне надо постоянно быть на коленях, быть в своей комнате тайной или в церкви или где? Как это мне быть непрестанно молящимся и что? Все остальное другое не делать? What does it really mean? Что же это на самом деле означает? It means that in our mind, это означает, что в нашем things, разуме, что даже когда мы делаем какие-то дела, мы присоединяем, включаем туда Бога. Okay. Getting into that habit, if you like, or that reality, превращая это в привычку, или другими словами, в реальность, of constantly communicating with our Father. Постоянного общения с нашим Отцом. You don't need a mobile phone. You don't need a mobile phone. Вам для этого мобилочка не нужна. You don't need a walkie-talkie. Walkie-talkie тоже рации не нужны. You can communicate with him wherever, whenever. Это означает, что вы можете общаться с ним где угодно и когда угодно. And that's what we need to learn. И этому нам необходимо учиться. We have boxed it all up. Мы всю нашу жизнь распихали по коробочкам. And said, okay, on the Shabbat or on the Sunday for some people, or in the middle of the week, that's when we pray. Ага, вот для некоторых мы достаем коробочку Шаббата, а для некоторых мы достаем коробочку воскресных служений или где-нибудь посреди недели домашняя группа или молитвенная. Вот там мы молимся. Or maybe for half an hour or an hour in the morning and the evening. Или кому повезет полчасика или полтора часика молитвы утром или we вечером. Always think of it as putting aside a specific time. Но мы всегда к этому относимся как к отделению особого времени для этого. Okay, that's good. С одной стороны, это хорошо. As God would say, it's very good. И Бог бы, наверное, сказал, что это очень хорошо. But но it should not be an exclusive thing. Но это не должно быть чем-то таким эксклюзивным. We need to learn to bring him to every aspect of our life. Мы должны научиться привнести его в каждый аспект, в каждую область нашей жизни. Remembering that prayer is conversation with God. Не забывая, то бишь помня, что молитва является диалогом с Богом. Yeah? That we can talk with him and he wants to talk with us. Это значит, что мы можем говорить с ним, но также что и он может отвечать нам. And that we make many decisions during a day. И мы можем в течение дня с вами принимать множество решений. When we never think to consult God about that decision. Но в течение дня мы даже не задумываемся спросить совета об этих решениях у Бога. And to be really honest, и быть с вами очень откровенным, I can almost see a tear falling from God's eye. Я могу просто представить, прям вижу слезу, которая катится с Божьего глаза. Why don't they talk to me? Почему они не говорят со мной об этом всем? I could help them. Я мог бы помочь им. And we need to learn that. We need to have this constant attitude of I can communicate with God and he can communicate with me. Этому мы должны с вами научиться, вот этому отношению, что я всегда имею возможность пообщаться с Богом, и Он может отвечать мне. And prayer is not just asking for stuff.
И молитва — это не просто попрошайничество о чем-то, о каких-то вещах. Это двустороннее общение с Богом. Как Адам в Эдемском саду делал. В прохладное вечернее время он спускался и общался, проводил время с Адамом, и у них было общение. So we need to learn, этому нам надо учиться, that we can constantly send up a sweet-smelling incense to God through our communication with Him. Что мы в любое мгновение нашей жизни можем вознести к Нему фимиам наших молитв через наше общение с Ним. Just as Yeshua sacrificed His life for us, как Иешуа отдал свою жизнь за нас, we are to present our bodies as a living sacrifice to God. Мы представляем свои тела как живые жертвы, угодные Богу. Romans chapter 12, Римлянам 12 глава, 1 стих. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в живую жертву, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. I'm not quite sure what it says at the end of this verse in the Russian, but one way you could translate it is... Не знаю, как это дословно переведено у вас на русском, но вот как один из вариантов перевести можно. This is the least that you could do. У нас переведено для разумного служения вашего, а один из переводов английских дословно звучит так: это наименьшее, что вы можете сделать. Или как минимум это вы должны сделать. Okay. We think of it when you read that, you think, I'm giving my whole body. Wow. Когда мы читаем это, мы думаем так: ого, ничего себе, я всего себя, все свое тело должен пожертвовать в жертву живую. But actually this scripture is saying that's the minimum. А в конце этого стиха на английском написано: это как минимум вы должны сделать. Wow. Am I blowing your minds a little? Мозги немножко улетают от вас, да? I think we need to move into a time of being very radical for God. Я думаю, что мы приходим во времена, когда нам надо быть достаточно радикальными в наших поступках и решениях. I don't think we need to be radical or extreme enough for God. What? I do not think you can be radical or extreme enough for God. Я не думаю, что вы можете быть радикальными или экстремальными достаточно для Бога. К тому, что всегда есть куда еще быть радикальней. Scripture tells us, let your mind be renewed. Писание говорит, пусть обновится ваш разум. Yeah. Think differently. Мыслите, размышляйте по-другому. Think biblically. Думайте по-библейски. Our lives, наши жизни, should be a worship service to God. Даже так, проживание наших жизней должно быть постоянное служение, поклонение Ему. О. All the time. Всегда. Every day. Каждый день. Our lives should be. Наша жизнь должна быть a worship service. Служением, поклонения Ему. Let's just read that whole text again in Deuteronomy 33. Давайте еще раз прочитаем Второзаконие 33 главу, весь этот отрывок. From 8 to 11. С 8 по 11 стих. И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и о матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они
левиты. Слова твои хранят и завет твой соблюдают. Учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели руки его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Okay. Since the Levitical duties were so important and serious. С того момента, как левитские обязанности были так важны и серьезны, they would need Jehovah to bless everything pertaining to them and to accept their works. Им нужен был Иегова, Яхве, который бы принимал их работу и охранял их. Undoubtedly, и благословил их. Would be a thankless job in many cases. Undoubtedly, their tasks, what they did, и бесспорно их работа, их задачи, которые они делали, would not always be received with thankfulness. Не всегда воспринимались с благодарностью то, что делали левиты. So rewards from the Lord would be needed for their encouragement. Поэтому награда от Господа, вознаграждение от Господа было для них ободрением. Furthermore, standing for the truth and having a ministry such as theirs could stir up jealousies and hatred in others. Также то ответственное служение, то, чем они занимались, вызывало зависти посреди других колен и народа. And therefore they would need God's divine protection. И для этого им необходима была Божья защита. To defeat their enemies, so their works for God could continue. Чтобы они могли смело продолжать свою работу и служение для Господа, okay. Чтобы получать от Него защиту. Their dependency would then need to be on God. Вся их зависимость была от Бога, на Боге. Both for the material things that they needed. Это касалось и физического мира, всех физических нужд, в которых у них были нужды. But also for protection. Но также и защита so была often, от Господа. Очень часто, even in our faith in God, даже в нашей вере в Бога, we are too independent. Мы бываем слишком независимыми. We think we can manage. Мы думаем, что мы сами с этим справимся. We think we can do it. Мы думаем, что мы это сможем сделать. We are very quick to defend ourselves. Мы очень быстро начинаем защищать сами себя. When someone says something or does something. Когда кто-то что-то говорит в наш адрес или, не дай Бог, делает. And yet our attitude should be, а наши отношения должно God быть is my provider. Господь мой обеспечитель. God is my defender. Господь мой защитник. I do not need to defend myself. И я не нуждаюсь в том, чтобы сам себя защищать. That is not so easy. И это не всегда легко делать. Okay. Да? I've had a number of instances in my own ministry when people have said and done things. У меня было много опыта и переживаний в моем личном служении, когда люди говорили что-то в мой адрес и делали, и против меня делали, and which weren't true. Что не было правдой. Okay. They were doing something because they were either jealous or angry or, as it said, они поступали так либо потому что завидовали, либо потому что злились на меня. And the Lord taught me, и Бог научил меня, to let him be my defense. Позволить ему быть моим защитником. Wasn't easy. I wanted to hit him in the nose. Это было нелегко, потому что так хотелось в нос дать. But I had to learn. Но мне пришлось научиться. To let God be my defense. Позволить Богу быть моим защитником. And I can tell you very honestly, и могу сказать вам очень честно. It's worked. Это работает. And it's
so good. И это так хорошо. To experience that God is your defender. Переживать этот момент, когда ты осознаешь, что Бог, Он твой защитник. And your provider. И твой обеспечитель. I've shared some stories with you over the years that I've been coming here. За все эти годы моих приездов сюда к вам я уже делился неоднократно своими историями, как Бог обеспечивал меня. I'm not going to go there again, but they are completely new. New students. New students. It's probably somewhere recorded, but okay. But okay, just one very short story. When we first went to the mission field. Когда мы впервые отправились на наше миссионерское служение, we had no church that supported us. У нас не было никакой церкви, чтобы поддерживала нас. Either financially or in prayer. Ни финансово, ни в молитвах. Actually, we had nobody. Вообще у нас никого не было. But we knew we needed to go. Но мы знали с женой, что мы должны ехать. And so we went. И мы поехали. And God provided. И Бог обеспечивал. In many mysterious ways. Чудеснейшими образами. Somebody putting an envelope in a turkey. Да, во время Рождества у них не было денег ни на что, и на пороге индейка появилась. И слава Богу, что они не поставили ее в печку, бы там внутри был конверт с деньгами. One Christmas we had no money. На одно Рождество вообще не было денег. We couldn't buy any special food for. Никакой праздничной еды не могли поставить на стол. We had nothing to give to the kids. We had no presents. Мы ничего не могли детям подарить на Рождество. Just because we didn't have the financial. Просто потому что не было денег. So when I woke up on 2 days before, I think it was just 2 days before. И однажды утром я проснулся, по-моему, это было за 2 дня до Рождества. Now, just to be honest, I don't believe in Christmas anymore. Okay, so. I don't believe in Christmas anymore. Я не верю в Санта-Клауса и в Рождество, чтобы вы понимали. Okay, but it was that time, and you're living in the culture. Но мы же жили в Европе, где эта культура празднования этого праздника очень развита. And so 2 days before Christmas, I opened the door to our home, our apartment, small apartment above the church where we met. И однажды утром я открываю дверь нашей маленькой квартирки на церкви, где мы жили. And there was a plastic bag. И коробка by такая the door. Возле двери. Nobody around. Никого рядом. So I just picked it up and took it inside. Я поднял, занес внутрь. Inside was a turkey. Внутри была индейка. Quite a nice fat turkey. Достаточно большая индейка. And I thought, wow, okay, we have something to eat. И я думаю, ура, у нас есть что-то на праздничный стол. Now, luckily, слава Богу, удачно. I looked inside the turkey before I put it in the oven. Я заглянул внутрь индейки до того, как поставил ее в духовку. Inside the turkey was an envelope. Внутри были конвертик. And in that envelope there was the equivalent of something like 400 euros. И тогда другие деньги у них ходили, но эквивалентные где-то 400 евро на сегодняшний день. Тогда это стоило чуть-чуть больше, чем это стоит сегодня. So we had money to buy some more food, and we could also buy some small presents for the children. Так что этих денег хватило купить еще другую еду на праздничный стол и купить подарки детям. Okay, that's just one. Small instance. Это всего лишь маленькая одна из многочисленных историй Божьего обеспечения. Over the almost 20 years that we were there, и it continued in this way. 20 лет, что мы были там, так это и продолжалось. Мы так и жили верой. Someone would come up to me on the street and say, "Look, I just need to give you this," and they would give me something. Было такое, что я шел по улице, и кто-то подходил ко мне и говорил: "Слушай, не знаю, что мне надо, просто тебе вот это отдать." I didn't know. И я не знал этих людей. They just came and they went. Они просто Maybe подходили, they were even angels. Давали и уходили. Может, они даже ангелами были. But I do know that God can provide for you. Но я знаю и уверен, что Бог может быть вашим обеспечителем, если вы готовы ходить в Его воле. И это ключевой момент. Will, если бы я не ходил в Его воле,
обеспечение бы испарилось. And I knew it very clearly. And I knew it very clearly. И я знал это очень ясно. Okay. But if I remained on him, listened to him, obeyed him, но если я послушен ему, если я настроен на его волну, если я слушаю его и слушаюсь, тогда он всегда обеспечит вас. И даже сегодня все, что я имею, я вижу и рассматриваю это как дар от Господа. Он делает это возможным. Таким путем или другим путем. Okay, I just want to encourage you with that. Я просто хочу каждого из вас ободрить этим. But to understand also that it takes courage to stand for righteousness and speak the truth in love. Но это требует смелости для того, чтобы Takes courage to stand for righteousness and speak the truth in love. Требует смелости для того, чтобы стоять в праведности, говорить истину и поступать правильно. In this time. Особенно в эти времена. Even in any time. Да, и вообще во всякие времена. We live in a world of darkness. Мы живем в мире темноты. And it can be very discouraging. И это может быть очень, может такая жизнь быть очень разочаровывающая для нас. But even if we walk in the darkness, we need to remember that inside us we carry the eternal light. Но даже если мы осознаем, что ходим во тьме, вокруг нас тьма, мы должны не забывать, что внутри нас мы несем в себе этот вечный свет. When God blesses us, we become aware that He is there. Когда Бог благословляет нас, мы тогда можем быть уверены, что Он с нами и что Он доволен нами. But also that He just loves us. Но и просто, что Он любит нас. We're not earning something from God. Мы не заслуживаем что-то от Бога. Okay, but it's because of His love. Но это все от Его любви. Any difficulty or persecution that you might face. Любые сложности или даже какие-то преследования, с которыми вы можете столкнуться. Is nothing in comparison to God's approval of you as you walk with Him. Не сравняться с Божьим доказательством того, что Он может ходить с вами. If necessary, если необходимо, the Lord will bring down our enemies. Бог свергнет и врагов. When they try to stop us completing the work He has called us to do. Если они будут пытаться остановить нас от совершения работы, к которой Он нас призывает. This I've experienced as well. И это я также переживал неоднократно. We had a home for young people who could no longer be in their own home, and for people who had difficulties and problems and from prison. В нашем доме мы принимали молодых людей, которых за веру выгнали родители из ихних домов. У нас жили там бывшие заключенные, наркоманы, люди с проблемами. And there was someone in the community in the government community. Был в этом городе в управлении самого городка, где мы жили. Who wanted to stop us from doing that work. Один начальник, который хотел остановить вот это и запретить нам принимать у себя в доме всех этих людей. And he was very active. И он очень активно старался нам помешать. Trying to stop it. Пытался остановить нас. But then suddenly. А потом внезапно. He was caught in fraud, taking money which wasn't his from the community. Okay, а потом его судили за то, что он взял деньги, которые были не его, а общины города. So he was removed. И его сместили. And in his place. И заменили. Came someone who was very positive. Человеком, который был очень позитивно настроен на то, что мы делали. And we even had the support of the local police force. И у нас даже была поддержка от местного управления полиции. It was very funny at one point. Было очень смешно. I could park my car anywhere in the city I liked, and I would never get a parking ticket. Короче, у меня была привилегия. Я мог парковаться где угодно в городе, и мне никто талончика не выписывал. Это было. The Lord can do wonderful things for you. Бог может делать чудесное для вас. Just believe it. Просто верьте в него. As we work for Him.
когда мы работаем для Него, служим для Него. Okay, let's summarize Levi here. Итак, давайте подведем итог Levi по Левию. And the carbuncle. Левий и камень его карбункул. They represent the following ideas and characteristics. Both of them represent. Оба, и само имя, и камень, они символизируют определенные символы и характеристики в себе несут. Okay, first of all, во-первых, are being joined to the Lord through Yeshua HaMashiach. Быть присоединенным к Господу через Иешуа Мессию. In our relationship with Him, we are cemented to God, as it were. Другими словами, мы подчиняем себя Господу. It also represents our royalty as children of the Father. Второе, это представляет царственность нас как детей нашего небесного Отца. The prosperity that we can receive from Him. Преуспевание или благосостояние, которое мы можем получать от Него. It also represents the fact that we should be taking the spiritual seed, the Word of God. Can you repeat second one? Being joined through our Lord Yeshua, royalty. Второе — это царственность нас как детей от нашего небесного Отца, что мы принадлежим к Его. Prosperity through what God gives us. Третье — преуспевание или благосостояние, которое Бог дает нам. Now, let me just say something here, because you have this whole problem of what is being called the prosperity movement. Здесь я хочу немножко уточнить, потому что у нас вот это модное служение преуспевания, now, которое любят использовать. Prosperity in the scriptural perspective. Преуспевание в библейском в библейской перспективе. Is having all that you need. Это иметь все, в чем у тебя есть нужда. So, it's not about having a whole lot of stuff. Bunch of cars or это не то, чтобы иметь куча квартир, машин, кораблей, пароходов, самолетов. But prosperity in a biblical perspective, from my point of view, is that you have everything that you need. С моей точки зрения, если рассматривать библейское описание слова преуспевание, это иметь все, в чем есть у тебя нужда. As believers in Yeshua. We should be sowing the spiritual seed into the world. Четвертое. Как верующие в Иешуа, мы должны быть теми, кто сеет семя Божьего Слова. Okay. And we should be producing the fruit of the Spirit. И также мы должны быть теми, кто производит плод Духа. Did I teach on the fruit of the Spirit here? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, I did. Okay, remember the fruit of the Spirit. It's one fruit, many parts. Помните, я учил о плоде Духа Святого. Это один плод и много его составляющих. Mercy. Милость. Long-suffering or patience. Терпение. Gentleness. Кротость. Temperance. And much more. И так далее. Okay. Девять составляющих плода Духа. Galatians 5:22, if you want to know. Галатам 5:22, 21-22. По-моему, если мы правильно помним. Okay. То есть мы должны произвести весь плод в девяти его составляющих. Это не разные плоды. Okay. We receive blessings from the Lord on our godly partnerships. Пятое. Мы принимаем. We receive blessings from the Lord. Мы принимаем благословения от Господа. On our godly partnerships. В наших Божьих партнерствах или взаимоотношениях. But curses on our ungodly ones. Но принимаем проклятия, когда строим не Божьи партнерства. Or said another way, if our partnerships are godly, they will progress, they will produce fruit. If they are not, they will produce something which is not so good. I just repeat for them for a second. Итак, мы получаем благословение в построении правильных Божьих партнерств или взаимоотношениях, и получаем проклятие, если строим не Божьи партнерства и взаимоотношения. Другими словами, он сказал, что если мы строим Божьи отношения, они будут возрастать, укрепляться и приносить в итоге плод Божий,
Если мы строим неправильные партнерства, соответственно, и плод там будет совершенно другой результат. Okay. We need to maintain God's perfection in our life and His light in our heart. We need to maintain God's perfection and lights in our hearts. Мы должны нести в себе Божий свет and perfection. И его Okay. Совершенство напишите. Okay, we need to understand that this is not our own perfection. Мы должны осознавать, что мы несем не свою личную святость, совершенство. Not something we do ourselves. Не то, что мы делаем сами по себе. See, I'm saying here very clearly, it comes from the Father living in us through the Holy Spirit. Здесь, чтобы вы четко поняли, что это мы имеем и несем только то, что дает нам Бог через Дух Святой, да? То есть мы представляем Его святость, Его совершенство, Его свет. But we need to maintain it. Но мы должны быть теми, кто несет это, проявляет его. Our life, our actions and things are attractive to the Holy Spirit and not pushing Him away. Чтобы оно проявлялось в наших жизнях, и также, чтобы наша жизнь, действия, поступки привлекали Дух Святой, а не отталкивали Дух Святой. Okay. We will receive testing from God. Следующий пункт. Мы будем принимать испытания от Бога. We may even find ourselves striving with God. Иногда мы будем видеть себя даже борющимися с Богом. Wrestling with God, as Yaakov did. Okay. Не спорящими, а да, борющимися с Богом. Okay. Как Яаков делал. We need to learn God's word. Следующий пункт. Мы должны учиться Божьему Слову и как его делить с другими, разделять с другими. Или лучше сказать, нести другим. We need to understand the importance of pleasing God over pleasing men. Следующий пункт. Мы должны осознавать важность удовлетворения Бога превыше, чем удовлетворять всех других людей вокруг. Most of us, in one sense or another, are people pleasers. Все мы в той или иной степени являемся человекоугодниками. Okay, we like people to like us, so we do things that make people like us. Нам нравится, когда мы нравимся людям, поэтому мы делаем все в нашей жизни, чтобы еще больше нравиться людям. But that makes us people pleasers. Но это делает нас более человекоугодниками, чем богоугодниками. Not necessarily pleasers of God. И в этом человекоугодничестве не обязательно будет проявляться богоугодничество. So our desire to please God. Поэтому наше желание угодить Богу should go above должно превышать our desire to please people. Наше желание угодить людям. Okay, that's what it basically means. Вот так это красивее звучит. Okay. Наше желание угодить Богу должно превышать наше желание угождать людям. This is, or this is also within our family relationships. И также особенно это включает в себя взаимоотношения в наших семьях. Okay. Sometimes it's very difficult. Иногда это очень сложно. I'll tell you a little story at this point. Здесь я вам расскажу коротенькую историю. I came to know the Lord when I was 16 years of age. Я покаялся, когда познал Бога, когда мне было 16. At that time I just started my studies to be a design engineer. И в то время я только начал учиться на инженера-дизайнера. It's an illustration of family, okay? Это вам иллюстрация взаимоотношений в семье. Okay. So, my father Мой отец was very proud. Был очень горд мной. His son was going to university. Что его сын, то есть я пойду в университет, стану инженером, получу хорошую работу и заработаю кучу денег.
have a good family. И у меня будет хорошая семья. But as I said, at 16 years of age, но в 16 I became a believer in Yeshua. Я покаялся и стал верующим в Иешуа. That changed everything. И это изменило все. Changed my perspective. Изменило мою перспективу, то, как я смотрел на вещи. I gained my degree, my bachelor's in я доучился и получил степень бакалавра в своем инженере-дизайнере. Before that had been my aim in life to get that. That had been the most important thing in my life. На тот момент это было самым важным, чего мне надо было достичь в жизни. But after I became a believer, it became very low on the scale of importance. Но как только я покаялся, вот эта цель, образование, все, что с ним связано, стало гораздо не первым месте, а далеко в конце. I was an incessant reader of Christian literature and the scriptures. Я постоянно проводил время в чтении христианских книг и Библии. I even held an evangelistic campaign in the university. И даже сам проводил евангелизационные кампании в университете. I had a big discussion with the atheist group. Я собрал кучу атеистов, которые со мной хотели дискутировать, и я один стоял и против них всех выступал. And my father became very upset. И моего папу это все очень страшно расстроило. Especially when I said I wasn't going to continue in engineering, but I was going to become a missionary. И особенно его расстроило то, что я решил после бакалавра не продолжать учение, а уехать на миссии куда-нибудь. He was angry with me. He wouldn't talk to me. Зол, он пытался переубедить меня. And that went on for many years. А потом он не разговаривал со мной годами. And we were already then, I think, 10 or 15 years on in Belgium as missionaries starting churches. И вот мы уже с женой и детьми 10, даже больше 15 лет служили в Бельгии, строили церкви, служили на миссии. And my father came to visit us. И впервые мой отец приехал навестить меня с мамой. He began to see what we were doing. И он начал видеть, чем мы занимались. He saw the changed lives. Он увидел измененные жизни вокруг. He saw young men, three young men who had been in prison. Что трое молодых парней, которые были в тюрьме, were now completely changed. Полностью изменили свои жизни. He saw our work that we were doing, он видел нашу работу, humanitarian level. То, как мы занимались доставлением гуманитарной помощи. He saw that we as a family also were very happy and он увидел нас как семью, что мы счастливы, we were okay. Что у нас хорошие взаимоотношения. And one morning before they were going to leave, и в одно утро, когда они уже собирались уезжать, он говорит, можем мы поговорить с тобой? И мы прошлись погулять, и мой отец сказал мне, теперь я тебя понимаю. That was for me a very emotional moment, still is. Для меня тогда и остается и сейчас это очень эмоциональным моментом. Мы с ним говорили. I shared with my father about my relationship with God and я рассказал ему о своих взаимоотношениях с Богом и как я считаю это важным. And we reconciled. И мы начали восстанавливать наши взаимоотношения. 2 months later, my father died. Через 2 месяца после этого мой отец умер. Suddenly one morning. Однажды внезапно утром. I'm so happy for God allowing that reconciliation. И я очень счастлив, что Бог все-таки позволил произойти этому восстановлению. But also to see that my decision to follow him and not to please my father. Но также я рад, что я все-таки выбрал идти за моим решением следовать за Господом, а не желанием удовлетворить моего отца. Brought forth fruit on both sides. Оно принесло плоды с обоих сторон. In our ministry, в моем служении it was fruitful, оно было плодовитым. But then at the end it brought fruit in my father's life. И также в конце это принесло и плод в моих взаимоотношениях с отцом в его жизни. Because I personally believe at that moment when we were talking together, he did make a decision.
потому что я искренне верю, что в тот момент, когда мы с ним общались, он внутренне принял решение иметь отношение с Богом, хотя вслух он никогда об этом так и не признался. Он никогда не произнес это. And so you can see how God can lead issues and do things. Но через это вы можете увидеть, как Бог может вести и направлять, если вы выбираете правильную дорогу. Okay. God will bring blessings in our godly partnerships. Итак, повторюсь, что в Божьи взаимоотношения Бог принесет благословение. Okay. We need to learn God's word and share it with others. Повторяем дальше, что мы должны изучать Слово Божие и уметь с ним and делиться said, с другими. И тогда Бог сможет защитить нас от врагов, которые могут быть в нашей жизни. Okay. We're going to take the break.